В Гааге признали участие российских войск в боях против Украины. Прокурором Гаагского суда зафиксированы два периода особенно ожесточенных боев с начала вооруженного конфликта на Донбассе, в Лавайске в августе 2014 года и в Дебальцево с января по февраль 2015. В отчете прокурора на сайте суда отмечено, вооруженные формирования боевиков ДНР и ЛНР достаточно организованы, чтобы рассматриваться как стороны немеждународного вооруженного конфликта. Однако в дополнительных сведениях канцелярия прокурора указывает на факт существования военного противостояния между вооруженными силами Российской Федерации и Украины. А из этого следует, что с июля 2014 года параллельно с локальным конфликтом на востоке Украины имел место международный вооруженный конфликт, говорится в докладе. Реакция правительства России по этому поводу в СМИ пока не было.